иллюстрации ожидали зимой те, кто зимой вышел на Майдан, где очищение власти было одним из главных требований. Ну вот мнение Николая Бондаря, одного из сотников Майдана. Давайте послушаем. Безусловно, этот закон не дает возможности проиллюстрировать на самом деле и наказать виноватых. Поэтому там нету ни одного указания на тех людей, которые отдавали преступные приказы и выполняли их. Поэтому ясно, что всем политическим силам, наверное, нужны такие люди. У нас политики не умеют думать по-другому пока что и жить по-новому не хотят.